Всем привет, меня Михаил Соколов зовут. Я вот только что получил вот это прекрасное свидетельство о прохождении курса по управлению ремонтами. И могу сказать, я удивлен, что в нашем городе есть такая прекрасная школа, она единственная. И аналогов я не нашел, даже в интернете, ничего подобного. И я благодарен Азату за то, что он достаточно системно и дал исчерпывающую информацию по данной теме, да, я очень рад, что прошел этот курс и закрыл для себя очень много, ряд вопросов, которые, мне всегда, составляли какие-то трудности, в процессе моей работы, в процессе ремонта квартир. И сейчас вспомню, что еще хотел сказать такое важное. В общем, в лице Азата я нашел такой источник информации по ремонту, и он мне обещал, что в будущем тоже, если какие-то будут вопросы, я смогу всегда к нему обратиться. Обязательно. И это очень круто. Поэтому мне кажется вообще, что каждый мастер, который у нас работает в нашем городе, обязан пройти эту школу, потому что он сможет цивилизованно делать технологичный ремонт, и у него не будет никаких вообще проблем возникать. Поэтому я всем рекомендую. Всем спасибо. Спасибо, Михаил. Спасибо за искренность. Это курс управления проектом. Он мне очень помог в плане того, что я уже более уверенно буду что-либо начинать, какие-то вести ремонтные работы, опять же, для себя. Тоже плюс большой, накануне у меня свой ремонт предстоит. Поэтому я думаю, что все знания мне будут только на пользу. Вам творческих успехов, вам побольше студентов, опытных, талантливых, и только продвижение и развитие вашего онлайн-курса. Спасибо, Лер. Все, я выключаю камеру, теперь еще скажи, что ты на самом деле думаешь. Нет, что еще могу добавить? Тут уже не добавить ничего. Короче, у тебя... Мне понравилось, серьезно. Ты сейчас на дизайнер на 360 градусов. Ты знаешь хорошо и работу за компьютером, разработку проектов, и хорошо знаешь практическую часть. И вот пока у тебя эти знания не растеряны, пока они не потерялись в памяти, их надо сразу на кончиках пальцев уже притворять в жизнь. Поэтому давай, делай решительный шаг вперед. Я тебе желаю удачи. Уверен, что все у тебя получится. Я думаю, что все твои коллеги тебя поддержат. Вот, я всегда помогу. Все, спасибо. Удачи. Спасибо. Счастливо, пока. Всем благодарю за ваш курс. Ваш курс очень полезный для меня. Для меня раньше было барьером то, что я не владею достаточными знаниями, чтобы вести авторский надзор. Поэтому после обучения в школе Декарт, конечно, мне это дало основу в школе Декарт на курсах дизайна. Я научилась визуализации, научилась основам профессии. Я работала только в этой части. Я делала проекты, но боялась вести за ним контроль, потому что я не разбиралась. Этот курс пригодится всем дизайнерам, потому что мы должны, когда следить за реализацией проекта, следить не только, чтобы он соответствовал картинке, то, что мы сделали, но и контролировать качество выполненных работ. Это тогда настоящий авторский надзор. Спасибо вам большое. Мне было очень полезно. Желаю вам успехов. Спасибо большое. Спасибо, Елена. А мне кажется, мы еще и хорошо провели время. Мы тут иногда шутили. Вот. Это же тоже наша жизнь. Конечно. Мы еще обзавелись друзьями новыми. В дальнейшем, я думаю, надеюсь, мы будем дальше общаться. Обязательно. Елена, удачи, все. Счастливо. Спасибо.